Всем привет! Совсем недавно прошел индивидуальный тренинг Владимира Шамшурина, проект «Все твои». Для начала хотел бы рассказать немножко, что было до тренинга, задолго. Я долгое время курил гашиш, траву, фен, ну, был наркоманом. Ну, что-то скрывать. Это была вообще черная полоса в моей жизни. Девушек не было, ничего мне было неинтересно. То есть целый день валялся, курил. Действительно было так. Потом, как на Ютубе, я наткнулся на Вову, его подходы, мотивационные ролики. Я как бы понял то, что, ну, это вот пора выбираться из этого дерьма, в котором я есть. Как бы я не такой, то есть это не должна быть моя судьба, не должно так больше продолжаться. То есть я бросил курить траву, стал заниматься спортом, читать книги, развиваться. И уже преодолев себя в этом, я как бы чувствовал себя увереннее намного. Но все равно общение с девушкой вызывало у меня жуткий дискомфорт. Не мог перейти на позицию девушки, мужчина-женщина. Было тяжело. А подойти на улицу вообще казалось, ну, просто нереально. И я понял, раз уж Вова изменил мою жизнь только через видео, пообщавшись с ним вживую, я точно изменюсь. И, видимо, от очень сильного желания я быстро накопил деньги и пошел на тренинг. Что хочешь сказать на тренинг? Во-первых, как бы многие, которые вот пишут Вове, типа, Шамшурин разводит людей на деньги, это очень дорого. Я просто не понимаю таких людей, потому что, ну, деньги отдать на лучшую жизнь, которая у тебя будет, ну, я думаю, не должно быть проблемы. Я вообще считаю, что этот тренинг должен стоить намного дороже, чем он есть. Вот, что я хотел сказать. Во-вторых, что хотел бы сказать, тренинг действительно очень стрессовый. Потому что нет волшебной пилюли, повторюсь, там, одна там останешься дрочера, вторая будешь там супермачо. Вот. Первый день тренинга был действительно очень стрессовым, потому что было очень сильно дискомфортно. То есть очень жутко у меня болела голова. Второй день тоже был очень стрессовый, опять же болела голова. И даже доходил до того, что я когда уже пошел делать домашнее задание один, и я иду по торговому центру, и все девушки кажутся какими-то страшными, угрюмыми, несимпатичными. Я не знаю, ну, звоню Вове, Вов, блин, что делать? Он, все нормально, говорит, тебя мозг наебывает, просто подходи, который более-менее похож на человека. Вот, подходил, как бы, брал номера, и то есть смотрю в WhatsApp, ага, ничего себе симпатично, ну, просто мозг наебывал очень сильно. Третий день вообще там задания были очень сильно трэшовыми, после которых... Ну, нереально раскрепощаешься, и подойти познакомиться, кажется, вот как нефиг делать. Именно к красивым девушкам, которым действительно хочется подойти. Вообще, как изменилась моя жизнь, вот прошло буквально 3 недели, и куча знакомств с девушками стал намного увереннее в себе, просто нереально как бы раскрепостился. Как будто вот всю жизнь был таким, просто вот эти вот, все, вот социальные рамки, все это социальное говно с тебя просто вот Вова убирает. И как бы поменялся очень сильный круг общения, потому что я хотел бы как вот немного в этом видео донести то, что ваш круг общения очень сильно влияет на вас. Если у меня раньше были друзья-наркоманы, которые пойдем курнем, попьем пивка, сейчас у меня друзья, которые пойдем в тренажерный зал, пойдем с классными девочками погуляем. Один вот вообще знаком появился, который вообще в бизнес меня вел. То есть на самом деле жизнь очень круто меняется, ребят. Я не знаю, это вот как-то вот вселенная так вот на меня вот как бы очень сильно хотел, этого и получил. Вот. Что я еще хотел сказать, ребят, идите на тренинг. Если действительно хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, как бы я тоже смотрел на Ютубе по 1000 раз Вову, думал, блин, ну это вряд ли, это может там говорят так, но я ощутил, это реально так, это действительно работает. То есть эмоции просто переполняют. Я вот за эти 2 недели я очень сильно похудел, потому что постоянно я куда-то метался. Постоянно какие-то тусовки, постоянно куда-то гуляния, девочки, общение там. Ну просто нереально. То есть не было как раньше по месяцами сидеть дома и курить траву. Такого уже нет. И уже в ту свою старую жизнь я ни за что не вернусь, потому что я уже почувствовал другой глоток воздуха и тем вонючим дерьмом. Ну, в общем, не вернусь туда. И я понимаю то, что меня мог кто-то узнать.
Ну, я узнаю точно то, что 90% моих старых знакомых, друзей, они остаются в жопе. И также в жопе будут сидеть. И пусть они меня увидят, и как бы, если... Ну, ребят, в общем, оставайтесь в жопе. Я не хотел быть в жопе, поэтому пошел на тренинг. Как бы еще хотел бы сказать огромное спасибо Вове вообще за его проект, который меняет жизнь людей в лучшую сторону. Вов, спасибо тебе большое. Дай Бог тебе вот все свои цели, которые ты вот там я какой-то говорил, чтобы ты все их добился. Ты действительно очень классный рыжий парень. Ладно, всем пока.